фамилия и отчество? Мурзак Самат Балахты. Можно громче? Мурзак Самат Балахты. Гражданин? Гражданин Казахстана. Гражданин Казахстана. Ваша фамилия и отчество? Гражданин? Казахстана. Абакулов Тинарбек Муратов, гражданин Казахстана. За что вы задержаны? Кража. Кража чего? Автокража. Автокража. Где вы покупали пульты? В Казахстане. За сколько купили? $1000. Каждую или обе за $1000? Обе. Сколько фактов вы совершили здесь в Бишкеке? Один фактор. По одному факту вы задержаны. Вопросы? А где вы еще работали по такой схеме? Только в Кыргызстане, либо в Казахстане, в России тоже? Голову поднимите, пожалуйста. Прошу подождите. Давай, я чуть позже позвоню. Можно ответ? Первый раз. Нигде не работали. А кто это вам предложил? Март айының башында Свердлов районы Бишкештер башкармалығының қылмыш іліктері бөліміне Қазақстаннан келген гастролер қылмышкерлер іштеп жатады деген оперативтік мағлұмат түскен. Бұл мағлұматты іштеп жатып, біз екі гражданин Қазақстана, бір Қырғызстандан атылуын қайсыз жерде жашап, емне қылмыш қылып жатқандарын тақтағамыз. 10 күн ішінде бұлардың арқасынан қарап, біз бұлардан қандай қылып қылмыш жасаватқанын, емнеменен қылмыш жасаватқанын анықтадық тағы. Біз баяғы ке қылмыш үстінде, қылмыш қылыватқанда, ошылардың үстінен қармау чечім қалалынғандағы 19 күні бұлар машинені ашып, ішінен машиненің иесінен сумкасын, жанашқа бұйымдарын алып шығыватқан жерден қармалған. Азыртқы уақытта бұларға 5 қылмыш іші қозғалды. Өздерінің берген көргөзмөлөрүнө караганда моундай пульт сканерлер менен булар машинелерди ачышкан. Бул пультту ар бирөөнү Казакстандан $1000 сатып алышкан дагы бул жердеги сигнализация коюлган машинелерди оңой эле ачышкан да. Арзан пульту барлардын баары тең ачат. А эгер мындай кымбат пульттар болсо, моунун пульттардын системасы туура келишсе, анда ача алышат. Азыркы убакта булар тергөө жүрүп жатат. Ушуга окшош кылмыштарды булардын кылган же кылбаганын тактоодобуз. Задержан Умурзаков Самат Булатбекович, 79-го года рождения, уроженец города Кызыларда, Казахстана. Задержан Кулуев Чыңгыз Жумабекович, 85-го года рождения. И задержан Абакулов Тынарбек Муратович, 81-го года рождения. Один из них гражданин Кыргызстана, двое остальные граждане Казахстана. Сканер. При закрытии любой автомашины они сканируют волну. Когда водитель удаляется, они обратно могут открыть машину.